заразился от друга. В Караганде пациент провизорного госпиталя рассказал свою историю болезни COVID-19. Это единственный зараженный, который согласился пообщаться с журналистами, хотя и он попросил не показывать его лицо и изменить голос. Сюжет Людмилы Батюшкиной. Парень попросил называть его Дауреном. Ему 29 лет, работает в сфере услуг, то есть общается с большим количеством людей. Но заразился от своего друга и коллеги. У того выявили вирус, Даурена поместили на карантин в санатории как контактного. Затем заражение подтвердилось и у него. После уже в госпитале поднялась температура, но всего до 37 градусов. У парня появилась слабость, он перестал ощущать вкус и запахи, пропал аппетит. Кашля почти не было, говорит молодой человек. Естественно, расстроился и испугался, и за родных всех беспокоиться начал. Но так все оперативно, все произошло быстро, потому что нас всех как контактных быстро локализовали, быстро изолировали. Да, были и мы недовольны были, и немного сопротивлялись, но потом, когда уже начали осознавать все это, мы уже положительно реагировали, потому что у всех есть родные, близкие. Соответственно, как бы их огородить от этого, ну, от этого вируса, уже мы уже как-то положительно относились к этому. Компьютерная томография выявила у Даурена пневмонию. От лекарств началась диарея, рассказал он, но через несколько дней все нормализовалось. Такая реакция наблюдается у многих, говорят врачи. Больные у нас получают основной против вирусный препарат Аловия. По 2 таблетки в день, 2 раза, утром, вечером. Это улучшает, конечно, тяжело препарат переносится, у них вызывает диарея, вызывает там рвота. Не всем больным, которые, конечно, относятся хорошо, но тяжело переносится. Но, однако, препарат очень хорошо дает свои результаты. Которые бессимптомные, они отказываются принимать препараты. Повторно берем анализы, у них положительные результаты, потом после этого больные понимают, что надо лечиться. Сегодня инфекционные стационары приняли рекордное число зараженных – 24. Выявляют больше из-за скринингов, но и жители расслабились. В реанимации госпиталя клиники имени Макожанова сейчас трое зараженных в тяжелом состоянии. Даурена же накануне выписали. У него болезнь протекала в средней степени тяжести. Отношение к болезни теперь изменилось. Скорее всего, я не соблюдал правила. Пока через это не пройдешь, не начнешь осознавать. Потому что всегда будешь думать, что это все с тебя стороной будут обходить. А вот когда касается дела, тогда ты уже начинаешь переосмысливать все те моменты, когда мог на работе в маске ходить, пользоваться антисептиками. Быть может, тогда уже и меня это тоже прошло по стороной. Теперь Даурену придется еще 2 недели сидеть на домашнем карантине. Всех родных парня тоже изолировали, но у них коронавирус не подтвердился. Людмила Батюшкина, Оксана Митюхина, Равиль Валеев, 5 канал.